А тебе еще раз на камеру. И без ушей. Сейчас мы готовимся к конкурсу, который имеет название «Безрукий Симбадор». Вот. Задача заправить можно маты. Текст. Заправить маты меньше без помощи рук. Без помощи рук. Микрофон. Меньше текста. Так. Что вы думаете, Сережа уже надиктовывает для будущих интернет этих роликов. Поэтому пускай скажет все. Не посвящен. Наскільки, на ваш погляд, рівні можливості між учасниками цієї події? Ну, парона нам не понадобится. Так, значит, два колбаса есть. Он выполняет роль мушли морской, ведь какой его на язву? Так, интересно, как Неглиз будет с помощью варгана заправлять маты? Сейчас начнем. Еще нет. Желающий единственный играет на маты. Так, чайник есть? Второй чайник есть? Салфеточки к чайникам, кому надо. Не дойкс оттуда. Я не понимаю, что значит. Так, все. Пришли. Готовы? Кто играет? Готовы. Алло. Ну так, я считаю, на счет три начинаем. Да, маты это только за пиво. Подожди, куда лить, с каких чайников, что ты... Вот один чайник, вот второй чайник, один колобас, вот второй колобас. Задача заправить и не пролить. Я так понимаю, все чайники? Ну да, есть другие варианты. Нету. Я боюсь, что мы можем в другой момент у нас. Без рук, а через салфетку уже без рук сложнее считать. Подругами-то. Давай, давай, держи, держи, держи. Не, ну салфетка может помочь схватиться. Что, обернуть салфеткой зубами? Ну, наверное, выбрали этот способ. Я могу одиночки подсадить. Вариант обмотать шарик нам колоколом и скотчем, и потом на лыжи. Приходишь? Только зубами, могу только зубами. Это уже на усмотрение игроков. Ну что, готовы? Раз, два, три. Поехали. Давай. Осторожно. Баланс перекоса. Это мне нагадывает жарт на одном из альбомов. Детализируй. Укуси себе за локоть. Не получается? Давай, 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 ты зараз можешь. Первый есть. Все. Второй есть. А, выпить можно без этого самого, да. До характерного звука все в бане. Первый есть. Не, ну тут разные колбасы, понятно, что. Медик, короче, дерьма, не на двоих по-любому. Победила дружба. Кто еще желает? Ну, в общем, молодцы, что я могу сказать. Симбадоры 100%. Ты знаешь, ну что, поаплодируем участникам. Договорились. Вот еще один Виталька, способ. Виталька, это самое штырище, которое у Рака. Демонстрируется сам. Вот это вот там было. Да, самое штырище, это вот это она. Но он дольше. Ух ты, трясутся. Ну, без помощи рук. Вопросов нет. Можно. Браво. А какие еще есть варианты? Еще? Покажи. Я не думал на эту тему. Я еще как бы думаю, чем можно зажать ручку. Ну, в общем, пачка камбы достается двоим. Только надо какой-то ужастик отказывать. Да, так что теперь дальше? Я пропустил. Ну, ваша пачка камбы на двоих. Думайте, как ее поделить. Кто-то... Это тоже элемент шоу. Так сказать, посмотрите, как вы поделите камбу. Кто это и выиграет пачка камбы, да? Нет, я предлагаю слить или напополам, и меня все устраивает. Ну, никто не возражает. По-моему, сюда тоже по-моему. Так что в этом отношении как вы будете? Отсыпать или рубить посередине? Мы живем в 5 минутах ходьбы друг от друга. В большом клубном колобасе сейчас находится у Хана. Да. А вот здесь можно переслать потом. Вот он. А вот здесь у нас находится посада, которая... Мы не меняли еще. Ербас. Дель-Азис. Аберена ждет своей участи. Сейчас Лазумак докончит кушать.
и сменит меня на посту. Ну это не очень. Я жую еще предыдущий кусочек. Я очень долго в воздухе. Я даже его положу. Есть еще один веселый конкурс. Свеженький, хорошенький. Ладно, пока поставим да, на паузу. Да, и пахнет картоном недолго. Второй веселый конкурс.